Всем привет, ребята! С вами Чиканок Стар Супер. Сегодня мы будем проходить очередная серия по игре Warhammer Space Marine Dawn of War. Охренительная игра, ребят. Не забывайте подписываться на канал, это очень сильно мотивирует, а также заглядывайте в описание. А мы продолжим, ребятки, с вами играть в эту великолепнейшую игру. Вот, Space Marine, вот он, наш красавчик, раскидывающий орков. Остановились мы на части открытия оружия. А вот летели там на самолете. Очень была личная битва. И прям офигенная игра. Мне очень нравится. Ребят, рекомендую в нее вам лично погрузиться. Спасибо все, кто оставляет комментарии. Ребят, под видосом это тоже очень сильно мотивирует. Всем огромнейшее спасибо. Приятного просмотра, господа. Даже напоминаю, ребята, ссылки на канал моих друзей в описании. Вот это уже у вас традиционно на канале, что я в описании ставлю в основном ссылки на канал друзей. Вот, их очень много разнообразных, поэтому, ребят, не поленитесь, загляните. Очень-очень-очень интересно. Так, ну и тут такие довольно-таки длительные загрузки, но это ничего страшного, ребятки. Спасибо огромное всем, кто присутствует на премьерах. Я в основном их провожу сейчас в 23 часа по московскому времени, ребят. Вот, чтобы не пропустить премьеру очередную, включая, конечно же, колокольчик. Ну и подписочка с тебя, лайкосик. А я буду делать для вас контент. Очень клевая игра, очень мне нравится. Речь идет о каком-то великом оружии, которое придумали инквизитор, какую-то великую мощь придумали, чтобы уничтожить орков и не давать им высаживаться на земле. Но орки пронюхали как-то об этом оружии и решили его забрать себе. Вот, мы не дали им забрать в плен императора. Вот, инквизитора, точнее сказать, прошу прощения. Вот. Лейтенант, Валькирия 2 сбита, ответьте. Срочно нужен транспорт. Мы на подходе, капитан. Ну и сразу же игра. Сразу же начинается кровавый замес. Чем мне не нравится. Ну как эту жечку не восстанови. Просто красота. Блин. Да я ж мать. А, я же его схватил. Слабым телом, чем черным душою. Ух, вот это хорошо сказал. Так, ну игра не дает нам расслабиться. Довольно-таки хардкорная. Ну что ж, тогда миссии крошей, всех убить. Блин. Лейтенант, Валькирия 2 сбита. Поехали. Ответьте. Срочно нужен транспорт. Мы на подходе, капитан. Пополам. Где живой? Так, хп, хп. Ну-ка, иди-ка сюда. Ну-ка, я тебя насажу. Блин, просто вообще. Блин, блин, блин.
Так, хорошо, выжили. Хорошо. Ровом от них. Валькирия приближается. Что с инквизитором? Часть моего отряда сопроводила его корабль до подхода к комплексу Калкис. Хорошо. Так. Блин, жесткий момент был. Суровый. Кровавый. Все как я люблю. С тебя лайкос, подписка, комментарий, дружище. Не поленись. За такую кровавую баню. Прощайте, капитан. Мне пора на базу. Эти проклятые летуны угробили слишком много славных ребят и кораблей. Защитить аванпост нам теперь будет непросто. Спасибо вам, лейтенант. Удачи. Да, удачи вам, лейтенант, реально. Где он? О. Устройство в безопасности, Дроган. Тогда чего вы ждете? Больше медлить мы не можем. Инквизитор, вы в порядке? Да. Идемте. Нельзя терять время. Че-то ты какой-то предатель. Что-то мне подсказывает, что инквизитор нас наебывает. Топор берем. Кто это? Подожди, цепной меч. Нет, топор берем. Так, куда-то нас инквизитор ведет. Там. ХП, кстати, у меня так и не восстановилось. Удивительный момент. Ова, понеслась. Мочи, мочи, козлов. Да что ж такое-то? Перезаряжаем. Ну-ка сюда иди. Мне ХП нужно. Спасибо за ХП. Да ёб вашу мать, да? Хватай, хватай. Пиздец. Чёрт. Ладно. Хорошо. Вашу тактику я понял. Будем, значит, вас крошить. Значит, будем вас крошить, господа. Что ж поделать? Что ж поделать? Прощайте, капитан. Мне пора на базу. Эти проклятые летуны угробили слишком много славных ребят и кораблей. Защитить аванпост нам теперь будет непросто. Спасибо вам, лейтенант. Удачи. Цепной меч. Устройство в безопасности. Топор. Тогда чего вы ждете? Миномет. Больше медлить мы не можем. Напа. Снопа здесь больше нужна. Вы в порядке? Да. Идемте. Нельзя терять время. Блин, прикольно сделано, конечно, здесь прорисовка. Детализация просто моя почтение. А я тебя вижу. А я тебя вижу. Торопиться не будем, пускай сами подойдут, а потом мы их расфигачим. Да ё-моё. А я тебя вижу. Улыбнись, сейчас скрывается. Ну-ка, чё ботат? На что боты способны? Давай посмотрим. Ну-ка. Чё-то его как-то
Так, я не снайпер. Пес попрут. Мать их. Откуда стреляет? Готовимся. Блин, крутейшая игруха. Ты чё? Куда-то я его там топтал. Ух, брутал. Чисто брутальный чел. Тип кровища, но вообще нормально пока. Не торопимся, все осматриваем. Блин. Ёб твою мать, нихера себе, его там свои же просто размозжили. Круто. Боеприпасы берем. Так, может здесь какая-то часть истории. Ну что-то не похоже. И, походу и есть типа сюжет. Опа. Вон еще. Где еще? Мы должны поспешить. Так вот, а он надо снимать. Ёк твою меч. Да перезаряжай. Давай. Хорошо она. Пополам, блин, вот это жестко. Блин, сложнее с каждым разом все становится. Да, это орка, так просто не убить. До свидания. Так, ну вроде как зачистили. Так, патроши обязательно берем. Сюда нельзя. Уничтожить, господи, твою мать. Так, хорошо, ну. Тут понятно. Это в обраточку. Все осматриваем, потому что здесь сюжет еще в записках. Интересно.
Так, загрузочка, ребят, пока загружаемся. Не забываем нажать на кнопочку подписаться, поставить лайкос. Инквизитор, мы можем как-то обойти толпу этих орков? Да, возможно. Мои исследования почти не производят отходов, поэтому водоспуск должен быть свободен. Ведите. Веди. Я с тобой, ну пошли. Довелись. Ну ты и червь. Ты все самому надо делать. Так. Удерживаем. Ого. Блястер. А блястер это хорошо. Блястер это хорошо. Или на коже пополам. Просто кровавое месиво. Нравится. Хорошая пушка. Так, потрошен на ней, правда, маловато. Ох, ёптвою мать. Да, реально проклятые орки. Ах ты, сука. Как я попал? Ну, я попал. Ну, орки, орки, убивайте их, чего? Ай, промазал. Попал. Старайся. Так. Стараемся, стараемся тут. Да ёп. На. Да, я наши. Так, сама. Ну, понеслась. Настало время битвы. Я ему лицо разорвал. Вау. Блять. Твою мать. Ну, жаль, жаль. Конечно, эпизодик неприятный. Сейчас пройдем. Сейчас пройдем. Сейчас пройдем. Я, мы их положим на спину. Так, ну что? Инквизитор. Мы можем как-то обойти толпу этих орков. Да, да, говорит. Возможно. Возможно. Исследование почти не производит отходов, поэтому водоспуск должен быть свободен. Идите. Ну пошли. Так, первым делом вот этих просто убиваем. Ух, как он меня просто... Ух, сука. Давай, 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 давай. Да я тебя сейчас ебало разорву, а не умирать. Хорош. Come on.
Так, кто-то в него снай, пожалуйста, брат. Вот так, хорошо. Ну, вы, кстати, тоже по ним стреляете. Молодцы. Молодцы. Пусть что-то делает. Да идите нахер. Кажись, это тоже таит нам. Сваливаем оттуда нахер. Да базара нет. Пиздец. Вот это, конечно, жесткий тапчик, ребят, как вот который раз. Напишите в комментариях, сколько раз я уже умер. Ну и заодно в описании загляните, подпишитесь на группу ВКонтакте, ребятки. Подпишитесь на Дискорд. Там мы можем с вами пообщаться. Инквизитор, мы можем как-то обойти толпу. Как обойти-то, а? Да, возможно. Мои исследования почти не производят отходов, поэтому водоспуск должен быть свободен. Ведите. Ну как обойти-то? Ёб твою мать, сам себя взорвал. Вот это отстой. Давай. Не, ребят, что-то сегодня не идет. Наверное, мы с вами оставим на следующий раз. Дамы и господа, спасибо огромное за то, что увидели этот позор. Всем огромное спасибо, ребят, кто был на канале. Подписывайтесь. Ну и, конечно же, не забывайте писать комментарии. Оставляйте ваши лайки. Всем спасибо. Всем пока-пока.